хирургический корпус Одинцовской областной больницы перепрофилируется под инфекционное отделение для лечения пациентов с коронавирусом. В очень сжатые сроки все работы должны быть завершены, чтобы уже к 20 апреля отделение было полностью готово. Эти меры все нам позволят быть готовыми к большому количеству пациентов. Если такое произойдет, мы во всеоружии, вся система здравоохранения округа мобилизована и во всеоружии будет готова к такому развитию событий. Если этого не произойдет, то после окончания эпидемообстановки мы, соответственно, будем работать в штатном режиме, и те работы по модернизации, по улучшению наших и хирургического корпуса, и инфекционного отделения, они потом в дальнейшем, соответственно, позволят здесь качественно оказывать услуги по уже по профилю, который здесь традиционно был. 300 новых койко-мест для зараженных коронавирусом в областной больнице уже оборудованы всем необходимым. В отделении есть 18 аппаратов ИВЛ, и это количество планируется увеличить в 2,5 раза. Работы в больнице ведутся круглосуточно. Мы планируем сделать чистую зону с комнатой отдыха, с комнатой для приема пищи, там, где будет зона безопасная, там, где, соответственно, будет и обработка, где будет возможность снять с себя грязную одежду, так скажем, после грязной зоны, переодеться в чистую одежду и, соответственно, идти там в гостиницу, либо домой уже отдыхать. Ход работ по перепрофилированию медучреждений глава округа держит под личным контролем. Говорить об отступлении коронавируса пока не приходится. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».